Здравствуйте, товарищ Арвалов. Сегодняшний видеообзор хочу посвятить очень интересной приманке от фирмы Hitfish. Называется она Luca Flat в размере 3 дюймов. В сантиметрах это где-то 7,6 сантиметра. Что она из себя представляет? Тело приманки уже многим известно и стало классическим. В данном форм-факторе выпускают приманки уже все, кому не лень. Но не у всех удается именно произвести такую приманку, которая бы очень хорошо ловила. Сочетала в себе много интересных факторов. Приманка производится из съедобной резины с большим количеством добавления аттрактанта, но при этом она очень довольно-таки прочная. У меня бывало такое, что не буду называть производителя, при поклевке окуня, причем окуня, приманка оставалась без хвостовой части. И в некоторых ситуациях это не столь критично, но на тот момент мне это очень, скажем так, огорчило. Данные приманки можно применять по ловле, как я сказал, окуня, щуки, судака, то есть основных видов хищника, обитающих в водоемах нашей страны. Особенно неплохо ловится на нее щука. Данную приманку можно оснащать как джиг-головкой с жестко закрепленным крючком. Но лучше всего оснащается эта приманка офсетным крючком, что, естественно, повышает шанс прохождения ее мимо каких-либо коряг и тому подобного. Как в прошлом видео я говорил, что продукция фирмы Hitfish стала для меня большим открытием. Раньше как-то не обращал на них внимания, но в силу увеличения цен на многие приманки приходится искать альтернативу. И как ни странно, иногда удается это сделать. Приманки данной фирмы стоят недорого и вполне очень уловистые. Работают не хуже, чем у других производителей. Так что советую любителям джиговой ловли обратить внимание на продукцию данного производителя. Также имеется огромный ассортимент цветовых решений, которые не встретишь у их конкурентов. Рекомендую к приобретению. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.